Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Юлия. Я ветеринарный врач мелких домашних животных. Я хочу вам рассказать о самых ярких клинических случаях моей практики, интересных историях от владельцев, а также буду разбавлять ленту роликами с интересной информацией о животных. Подписывайся ко мне в Телеграм и в сообщество ВКонтакте. Приятного просмотра! Сегодня расскажу вам о случае, который произошел с трехмесячным котенком. Хозяйка обратилась ко мне с жалобой на гной из глаз у котенка. Было назначено лечение глазными каплями с антибиотиком и санитарной обработкой глаз. Это длилось около недели, уже были улучшения. Но потом, со слов хозяйки, я узнала, что к ним приезжали гости с ребенком, и ребенок набрызгал парфюмом котенку в глаза. Он пытался его полечить, а взрослые не заметили. После этого стало то, что на фото. Даже после всего этого котенок активно вылезал из коробки и постоянно искал возможность поиграть, несмотря на то, что падал. С тех пор, как заболели глазки, он стал много кушать, был довольно активным. Зрение у котенка, к сожалению, было потеряно из-за ожога роговицы, поэтому он постоянно натыкался на лежащие рядом предметы. Лечение было назначено глазными каплями и мазью, промывание лосьоном для глаз, а также рекомендация была надеть защитный воротник. Хозяйка ответила, что, кроме того, воротник будет отличным решением, чтобы котенок не прятался под шкафом. Одним из вопросов от владельца этого пушистого пациента был следующий. Может ли быть агрессия из-за того, что у него болят глаза? Никому не дается, кроме меня теперь. Всех кусает и царапает. Отвечаю, конечно, может. Он воспринимает вас как маму, которая о нем позаботится. Дорогие зрители, пожалуйста, следите за своими детьми и тем, как они относятся к животным. Не оставляйте маленьких одних с питомцами. Что вы думаете об этой истории, пишите комментарии, обязательно все прочитаю. А также, если вам нужна консультация по содержанию, кормлению, уходу или помощь в схемах вакцинации, можете написать мне в нашем паблике ВКонтакте. Ссылка в описании. Здоровья вам и вашим питомцам!